к сюжету о подъеме на попа, гиря на гиря, половины своего веса, с блином. Вот. Может быть, кому-то показалось, что прилив блина попадает в воронку гири. Однако воронка меньше гири, чем прилив блина. И поэтому тут никакого этого эффекта нету. И в принципе гири стоят лишь только на этом приливе. Вот блин имеет такое свободное колебание.